Пчелочки мои, всем привет, с вами, как всегда, я, мистер Сквирти, покликухи, Дайпета ПСЖ, и сегодня мы с вами трейдим НФР сову. Многие из вас хотели наконец-то уже увидеть это видео, и, конечно же, сегодня мы посмотрим, что за нее будут предлагать. Ну, трейдить я ее, конечно, не буду, потому что я делаю мега-неоны, вы сами уже все прекрасно понимаете, все знаете, но мы посмотрим, что за нее предлагают, а вы сделаете для себя определенные выводы и, конечно же, записите что-нибудь в розовые блокнотики. Поехали! Мы с вами находимся уже на трейдерском сервере, естественно, и я вам сейчас покажу маленькую-маленькую фишечку, маленькую штучечку, которую я заметил случайно у других трейдеров, что они делают. Смотрите, очень-очень-очень штука классная, мне она очень нравится. Смотрите, у каждого из вас, кто пользуется трейдами, конечно же, есть в инвентаре вот эта штука, вот эта вот товарная лицензия. И если вы что-либо трейдите, вы можете просто взять ее в руку, слезть с питомчика. А где моя сова? Куда ты пропала? Что-то она в заборе вон запуталась. Сова, давай ко мне иди. Давай, вот сюда. Ну что ты какая глупенькая? Ну, вот. Вы просто отходите в сторону и вот так вот стоите с этим значком. И все вокруг понимают, что вы трейдите снежную сову. Это классно, это очень здорово выглядит. То есть вы стоите с этим щитом и все видят, что вы трейдитесь. Итак, здесь пчелочки. О, пишет мне, дай пету, да держи, пожалуйста, ты ж пчела, моя дорогая, да? Ты ж пчела. Держи петика. Сейчас я тебе что-нибудь дам. Из хорошенького, да? Что ты хочешь? Ну, на тебе джинджер-котов. Джинджер-котов держи. Джинджер-котов и рай джинджер-кота, и вот столько джинджер-котов держи-ка. Ну-ка, забирай. Забирай. Джинджер-котов. Здесь подарки выбираю я. Чё хочу, то и дарю. Я понимаю, что каждый из вас хочет мега-неонового шадоу, но у меня нет, даже у меня нет мега-неонового шадоу, народ. Я вам дарю то, что могу. То, что у меня есть, то я и дарю. Все, принимай. Олоп 228007, держи, пожалуйста. Держи. Это мой подарок от меня тебе. Спасибо тебе большое за то, что меня смотришь. Спасибо за то, что ты подписан, за то, что ставишь лайки, конечно же. Но даже если ты хейтер, спасибо тебе большое за то, что ты ставишь дизлайки. Любая активность на канале очень мне помогает. Спасибо вам огромное всем, кто ставит дизы, кто ставит лайки, кто комментирует. Огромное спасибо. Нет, мы сейчас не будем выполнять ивентики. Все, подарочек получила пчела. Сейчас мы садимся с вами на нашу пчелочку, на нашу сову неоновую, и будем смотреть, что же за нее будут предлагать. Ну и, естественно, мне сначала нужно открыть трейды. Что-то у нас завис. О, все, трейд прошел, прекрасно. Все, давайте мы с вами сейчас откроем трейдики и будем смотреть, что же мне будут предлагать за неоновую Flyride совушку. I'm Rich Boy, мне что-то хочешь предложить за мою неоновую совушку. I'm Rich Boy, давай что-нибудь предлагай. Мега-неоновая уния, это пушка. Это в целом, мне кажется, хороший трейд, наверное. Но сейчас я вам зачитаю списочек того, что я хочу затрейдить. На что я хочу затрейдить НФР снежную сову. Значит, что я хочу? НФР сова старая, возможно, НФР фрост, НФР попугай, либо шадоу, либо жираф и добавка, либо НФР ворон и приличная добавочка. Вот это вот я хочу. Ну, в целом, НФР скиллер Рекс. Так, что у нас еще есть? Это королева пчел Райт, еще одна королева пчел Райт. Нет, хорошие, конечно, трейды, все понятно, но я отклоняю, смотрим следующий трейд. Cute Bubbles предлагает мне трейд. Так, НФР, НФР, Что происходит? Пушка. Происходит пушка, народ. Вау. Это очень хороший трейд. Это прям реально хороший трейд. Давайте мы сейчас проверим, с вами согласится ли она на финальном трейде. Давайте согласимся пока что, да? Посмотрим, согласится ли она на финальном трейде. Это хороший трейд. Это очень хороший трейд. Вот это вот явно фрост. Вот это явно фрост. Вообще без вопросов. Потому что одна НФР черепаха, это уже фрост. Ну, это очень хороший трейд. Да, это очень хороший трейд. Сейчас посмотрим, поставит ли она галочку. И, народ, если кто-то делает НФР сову, отклонила! Ну и что это такое? Предлагает трейд мне Бенни Ди. Давайте посмотрим, что она может предложить. НФР Кинг Манки. НФР Золотая Уни. В целом... Еще один Кинг Манки!
Это нормально. Это два King Monkey, это норм. Хоть наши обезьянки, это и псевдо. Псевдо-алды, но это хороший трейд. Да, это в целом хороший трейд. Я бы, наверное, даже согласился. Да, я бы согласился, но Бенни Ди, я точно знаю, что это пчела. Поэтому, пчелочка, спасибо тебе большое за то, что ты подписан, за то, что ты смотришь. Я, к сожалению, отклоню этот трейд. Уже по всем известной причине. Я делаю мега-неонов. Извините. Мы просто смотрим с вами, что могут предложить. Итак, смотрим следующий трейд. Озк-тск предлагает трейд. Давайте посмотрим, что же этот человечек может мне предложить. Энферч... Уже был, что ли? Я что-то не помню. Уже был, что ли, человечек этот? Вроде не было, потому что она мне предлагает манки, а манки у меня еще не было. Манки очень много. Я причем уверен, что у каждого из вас очень много манки в портфелях, потому что этих манки можно было вообще на изи получить. Надо было просто нафармить много денежек и напокупать этих боксов, манки-боксов, и все. У вас там в каждом манки-боксе по одной... мартышки всегда прилетало. Нет, нет, нет. Ну, хотя в целом, да нет. Нет, нет, да вообще нет. Что, нет, конечно, нет, до свиданица. Мне предлагает трейд Науктикалруг. Хороший трейд, сразу говорю, хороший трейд, хороший трейд. Кстати, мне кто-то в комментариях написал, типа, сова снежная и Фрост Фури стоят одинаково, если перевести это на робуксы. Вполне возможно, я, если честно, сам не переводил, но сова у нас стоит 10 тысяч печенек. Сколько это у нас? Сколько печенек стоит? Сейчас посмотрим. Ну, слушайте, ну в целом, наверное... Ну в целом похоже на правду, потому что 600 робуксов стоит 7500. Если добавить еще 2500, сколько это на робуксах? 300. Ну в целом, да. Да. 3000 печенек за 300 робуксов и 7000 печенек за 600 робуксов. Выходит 900 робуксов. Минус 500 печенек, чтобы получить... Минус 1000, по-моему. А, нет, минус 500 печенек, чтобы у нас получилось с вами 10 тысяч печенек. Получается, да, где-то в районе этого. Где-то в районе этого и получается. То есть это по цене равноценные питомцы, по сути. Если это оценивать в робуксах. И поэтому это в целом то на то и выходит. Даже нет, это даже мало на самом деле. Потому что если у меня уже прокачанная моя сова НФР, здесь не прокачанные. Смотрите, Newborn, Junior, Newborn. Нет. И вот эти добавочки тут вообще не алло. Ну что, два Джинджер Гота и Арктика Фокс. Ну это вообще такое себе. Нет, отклоняем трейд, смотрим следующий. Олоп 228007 предлагает трейд. Давайте посмотрим, что же она мне может сейчас предложить за НФР. МФР! Снежную сову, камон. МФР пустота? Опять? МФР пустота? Ну, пока мне предлагают МФР пустоту, я хочу напомнить вам, дорогие мои пчелочки, что нужно кушать. Обязательно нужно кушать. И то, что вы не любите кушать. Вот я читаю часто, рыбу вы не любите, да, кушать? Многие пишут, не люблю рыбу кушать, а вот когда твои видосики... Что произошло? Это что такое сейчас было? Что происходит? Но если вы вот не любите рыбу, да, многие пишут, не люблю рыбу, смотрю... У меня все нормально с интернетом, что произошло? Вот это вот неожиданно. Я вам про рыбу рассказываю, у меня тут интернет обрывается. Это что такое? Что за неполадки во время съемок? Редактор, вы мне интернет сделали? Все нормально с интернетом. Ё-моё, такой сервер был! Короче, многие кушают рыбу, и им становится вкусно под мои видосики. Хлоп! Самое смешное то, что именно во время записи Roblox решили вырубить нафиг все сервера. Да, а чё бы нет? А чё бы нет? Вот, Roblox, да-да, сервер currently down. Please rejoin later. Когда later? У меня запись идет Roblox. Ну ё-моё, да чё за дела такие? Ну, наконец-таки мы с вами опять зашли на следующий донатерский сервер. Посмотрим, что мне здесь будут предлагать. Смотрите, а здесь неплохие трейдеры-то вообще. Вообще неплохие. Итак, трейды у нас включены, все, ждем. Ждем предложений. Ждем предложений на неоновую Flyride сову. К мини 2010 предлагает мне трейд. Давайте посмотрим, что же она мне может сейчас предложить. Frost Fury. Сова. Еще что-то. Красный дракон. Вообще все портит здесь. Нет, Ghost Bunny. Так. Еще один Ghost Bunny Ride. Все. Больше ничего не предлагает.
больше ничего не предлагает, поэтому я отклоняю, смотрим следующий трейд. Ловкий CXCO предлагает... Что? Да, я согласен, конечно же. Вот это хороший трейд. Если он сейчас нажмет на Асип, я нажимаю на Асип. Если он сейчас согласится, мы посмотрим сейчас на втором пункте, он будет соглашаться или нет. Давай. Да, ты что думаешь? Не надо тут думать, надо соглашаться. Давай, ты где еще видишь вообще здесь неоновую сову, а? Давай, соглашайся, сколько можно? Ну, человечек, ну все, отклонил, ну я понимаю тебя. А Кингроуди предлагает мне трейд, давайте посмотрим, что этот человечек мне может сейчас предложить. А Кингроуди. Так, сова, Skelerex Flyright. Ну что, ты оцениваешь Skelerex Flyright как две совы, что ли? Нет. Не-не-не, до свидания. Нет, не могу на такое согласиться. О, пчелочка, здравствуйте, ПЖПет. Вот, ПЖПет, моя кликуха прозвучала. Давай. Мой пет мечты Фрост. Ну погоди, я пока делаю мега-неонов. Мега-неонов пока не могу Фростов раздавать. Пока что не могу. Вот что могу, то раздаю. Все, держи. Неоновая флай, пчелочка. Держи. Улоб, давай. Соглашайся. Спасибо тебе большое за то, что ты подписана. Спасибо тебе большое за то, что ты мне ставишь лайкусики и дизлайкусики. Спасибо тебе огромное за то, что ты комментируешь и прочее. Пчелочка, спасибо тебе большое. Спасибо. Вот она пишет в чат спасибо. Пожалуйста. Принимает трейдик. Все, прекрасно, трейдик сейчас проходит. И мы смотрим следующие трейды. Что мне еще могут предложить сейчас? Да, Натера, посмотрите, что тут вообще. Тут есть мега-неоновый ворон. Камон, неоновый кинг манки, есть мега неоновый блюдок, есть неоновый золотой грифон. Что тут у нас еще есть? Мега неоновый скелерекс, неоновый фрост, мега неоновый кинг би. Куча крутых петов. Так, смотрим дальше. Already loser me. Сова. И? Что-то еще? Будет что-нибудь? А, чё? Это что за гениус? Гениус! Это же гениус! Нет, маленький трейд, не могу на такое согласиться, очень мало. Ну, вы понимаете, да? Я думаю, мне не нужно здесь объяснять, почему здесь мало. Это мало, нет? Monkey 0-0 предлагает мне NFR-корову, NFR-китсуни, Райт Скиллерокс, NFR-китсуни убрал, я это увидел. Зачем ты так делаешь, мальчик? Это так не надо делать. Ну, слушай, я могу тоже сейчас выпендриться и всех своих питомцев крутых Что это было? Что это было вообще? Ладненько, до свидания. Странный какой-то персонаж. Кексик СС предлагает трейд. Давайте посмотрим. Мега-неоновую уни. Ну, в целом, наверное, нет. Нет. Ну, хотя бы добавки или еще что-то. Нет, это очень маленькая. Мега-неоновую уни. Да, блин, ее прям сейчас можно получить. Да и сову прям сейчас можно получить. Но у совы ценность вообще другая. Наверное, да? Я так думаю. Наверное, не стоит соглашаться. Мне не нравится. Я уни вообще так скептически отношусь к уни. Мне не очень они нравятся. Нет, до свидания. Пчелочки мои, всех с наступающим Новым годом. Я желаю вам, чтобы у вас, у всех были самые крутые новогодние подарки от Деда Мороза. Я прошу вас кликнуть вот на эти вот видосики, потому что они дичайше познавательные, дичайше заряженные позитивом моим. От меня к вам идет позитив, вкусная еда и прочее. Спасибо вам огромное за просмотр. Я надеюсь, вы поставите, конечно же, лайк, подпишитесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, потому что это очень-очень важно. Нас скоро с вами 300к. Всем удачи, пчелочки мои, и всем пока-пока!